Я, кажись, разбойников видел. Эх, ни минуты покоя. Эх, ни минуты покоя. А ты кто вообще, чтобы я тебе про господина Амана докладывал? Может, он в речную долину ушел, а может, по первой часовне бродит. Какая разница? Эх, ни минуты покоя. Разбойников видел. Эх, ни минуты покоя.
Эх, ни минуты покоя. Эх, ни минуты покоя. Я, кажись, разбойников видел. Yeah.
Ищите плиту с буковыми! Всех перебили? Ну-ка, обернись. Раны или ссадины есть? Срочно промыть! Вон один пырнул Мартин и ехидно так хрипит, мол, сам не убил, так отрава докончит. Ну, гад! Эх, ни минуты покоя. Ну что, нашелся господин Аман? Разбойники, говоришь? Разберемся. В молчащих холмах веками не шумели и теперь не будут. Всех поймаем и отправим под суд. Эх, ни минуты покоя. Yeah!
Эх, ни минуты покоя. Я, кажись, разбойников видел. Эх, ни минуты покоя. Эх, ни минуты покоя. Эх, ни минуты покоя. Ребят, Ламбера они подтянут, ну-ну. А больше Артас ничего подтянуть не хочет? Может, ремешки затянуть? В его лагере провианта еще на неделю хватит. Эх, ни минуты покоя.
Я, кажись, разбойников видел. На молчащих холмах шуметь запрещено. Вы же искатель. Возьмите меня с собой. Да будет милосерден Руфион к нам. Интересно, как там Нерри? Пять рулонов бернского шелка за 10 медиков. Афера какая-то. Ламбер мог бы сам ко мне заглянуть, а то как стал капитаном или кто он там, так весь такой занятой. Фу ты, ну ты, куда там? Пять рулонов бернского шелка за 10 медиков. Афера какая-то. Лучшие товары в Леонхольде. Искателям скидки. Рулонов бернского шелка за 10 медиков. Да будет милосерден Руфион. Вы же искатель. Возьмите меня с собой. На молчащих холмах шуметь запрещено. Я, кажись, разбойников видел.
Эх, Делина, не понимает, что ли, что у меня служба? Ладно бы мне насолила, так она всем ребятам аппетит попортила. А в нашем деле без аппетита никак. Вдруг война, а мы голодные. Эх, ни минуты покоя. Я, кажись, разбойников видел. Руины. Горбаш ищет в речной долине. Им нужно время. Оставайтесь в лагере, отвлекайте стражу. Я-то думал, расправимся с главарем и дело с концами. Мелкую шваль быстро разгоним. Оно вон как обернулось. Отвлекают они нас. Я отправлю ребят в речную долину, а ты наведайся в восточные руины.
Вандалы! Как же это можно руку на памятник поднимать? Все ходят, горланят. Не молчащие холмы, а балаган какой-то. Камень — материал хрупкий. Его точит вода, истончает ветер. А теперь еще и эти. Да, чтоб их. Мы столько труда вкладываем, чтобы сохранить для потомков старый город. И ради чего? Чтоб в нем ошивались головорезы? Все ходят, горланят, не молчат. Yeah.
А что на этой плите намалевано-то? Так никто же не знает, курья ты башка. Найди то, не зная чего. Эх, хоть бы бюст какой богини завалялся. Ишь, выдумал. Сказали, ищи плиту. А ну, заткнулись. Кто тут у нас скребется? Покажись. Убить мерзкую крысу, живо! Скоро заново отстроим этот сраный город. Хорошо, хоть в долине речка есть. Окунешься в водичку, и вроде как полегчает. Я, кажись, разбойников видел.
Видят боги, непростая эта шайка. Раз даже жрецы всполошились. Прислали своего. Я ему говорю, в долине еще опаснее, чем здесь. Мы же не знаем, сколько там бандитов. Дождись, говорю, пока разведчики вернутся. А он ни в какую. Поручение у него, и все тут. Эх, ни минуты покоя. Mm-hmm.